В Захаровском доме культуры состоялось открытие выставки детской, юношеского рисунка и прикладного творчества «Пушкин и дети», посвященной творчеству великого российского классика. Выставку посетили активисты местного отделения партии «Единая Россия». Как рассказал координатор проекта «Культура Малой Родины» в Одинцовском округе депутат «Единорос» Владимир Виницкий, главная цель ежегодного культурного события – привлечь внимание детей к отечественной литературе, а также развить их творческие способности. Лучшие рисунки и поделки нашли свое место в выставочном центре.